Всем привет, ребята, вы на канале Duda Play, мы продолжаем играть в игру Зомби Цунами. И у нас сегодня задание такое. Нам нужно перевернуть один знак на пляже. Пляж. Нам нужен пляж. Мы сейчас находимся на карте Нью-Йорк. Как бы здесь такого ничего интересного нету. Так, смотри, получается... А, переверните самолет? Вы серьезно, что ли? Ладно. Попробуем самолетик перевернуть. Офигеть, вот это задание. Переверните самолет. Ну, самолет-то не так-то легко и перевернуть. Надо нам 16 зомбаков собрать. Ну, сейчас попробуем собрать 16 зомбиков. Опа. Так, смотри, кто-то там сидит. Ага, кто-то спрятался там. Так, вот пляж. Так, здесь нам нужно что-то перевернуть. Знак какой-то. Так, это что у нас тут? Ой, опять баллон, да? Ё-моё, вы серьёзно, что ли? Баллон попадает постоянно нам. Постоянно этот баллон нам попадает. О, да, всё, и знак прикинули. И выиграли, ребята, мы с вами. Скорее всего, 25 алмазиков. Отлично. Так, нам нужно ещё перевернуть самолёт. Нифига себе. Так, ну, самолет вернуть в любом месте. Поэтому сейчас насобираем бригаду. Вот, смотри, видишь, не хватило нам, к сожалению. А, они еще все подохли у меня. Офигеть, вот это вот замечательно, замечательно. Три зомбака у нас. Ну ладно. Я думаю... Мы еще насобираем замоков, только нужно, чтобы еще попался нам самолет. Вот это самое интересное. Попадется ли нам самолет именно в то время, когда у нас будет большая куча замоков. Так, цунами. О, да, может быть, сейчас этот самолет будет лежать. И мы перевернем с помощью цунами его. Тоже тема. Тоже возможно это сделать. Кстати, сейчас я попробую выиграть какую-нибудь новую птичку. Давайте самолетик хотя бы сюда какой-нибудь, пожалуйста, пока у меня цунами действует. Быстрее. А, все, закончилось. Да, как назло. Как назло, сейчас еще и самолет попадется нам. То есть мы тут всех не... все упали. Ну, а сейчас она еще и родит нам, смотри. А, нет, нифига. Капец, ну и птичка. Ты мне не нравишься. Сейчас попробуем. Так, включите 6 зеленых светофоров. Угу. Так, все, 15 бриллиантиков мы заработали. Идем в магазин. У нас 40 бриллиантов. Как раз хватит нам на птичку новую. Ну что ж, покупаем птичку. И у нас, ребята, яичко. Классическое яйцо. Ух ты, 50% шанс вызвать ангела в конце игры. 50% шанс... А, ну у нас такая одинаковая... Одинаковые две птички, но она мне не интересна. Да, кстати. Ладно, давайте дальше играем. Так, задание у нас. Перевернуть самолет и включить 6 светофоров. А, ну это, в принципе, легко. 6 светофорчиков включить. А, вот, смотри, уже один светофор включили. Ну, сейчас включим. А, вот они, видишь, горят все. Нормально. Сейчас мы их все включим. А за одну игру нужно 6 светофоров, кстати, включить. Ага. Они же тут не всегда эти светофоры стоят, кстати. А, нет. Часто-часто они стоят. Так, осталось, я не знаю, сколько светофоров там. А, один светофор остался включить. Ладно. Кстати. И сейчас конкретно светофоров нету уже больше, да? А, нет, вот есть. Есть! Выполнили мы ачивку. Включили 6 светофоров. Так, ниндзя. У нас есть какое-нибудь задание по ниндзе? Не, нету. Так, но они не смогут же, да, перевернуть, получается, самолет ниндзя. Не, навряд ли. Это навряд ли они смогут сделать. Тем более 9 их всего лишь. Кстати, когда мы прокачаем полностью ниндзя, они могут и вот эти машинки тоже разрушать. О, автобус, это хорошо. Так, сколько у нас? 12, 13, да? О, сейчас бы еще самолетик был бы. Было бы замечательно. Ах, кто тогда врежется в эту
машинку-то, а? Так, сколько? 14? Так, 14 будет 15, а нам нужно 16. Да, одного не хватает нам. Для самолета, ну и самолет нужно еще найти. А, видишь, половина-то падает. Да ё-моё. Ну ничего страшного. Можно перевернуть самолет еще и этим Годзиллой, великаном, мутантом. О, цунами! Можно еще и цунами перевернуть самолет. Да, если он нам попадется, конечно. Ну, давай, самолетик. Один самолетик нам нужен. Да, будем ждать. А, будем ждать. Ну, давайте быстрее, самолет. Ёлки-палки, не будет самолета у нас. Да, все. О, машинки. Ой-ой-ой-ой. Всех, короче, собрали. Кого только можно было. Половину мы теряем на этих бомбочках. Ох, все позорвались. Да, а чё? А, получается. А, ну эту птичку я другую тоже не ставил. Надо, может быть, поменять на другую птичку мне, не знаю. О, ложка. Ну давай, колонируй нам. Вот видишь, самолет пролетели мы. Не смогли мы ничего сделать с этим самолетом. Ладно. Ох, еще падают, смотри все. Опа, опа. Один остался у нас, бедолашка. Так, прыгаем, здесь прыжочек нужен. И здесь прыгаем. Опа, отлично. Так, все. Закончится у нас. Ложка. Так, ну-ка, тихо. Опа. Так, все, время ускорилось, и мы вообще очень быстро-быстро бегали. Так, давай. О, родила. Угу. Хорош, 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 хорош. Вдвоем бежим очень быстро. Кстати, можно две птички поставить, которые будут рожать. И уже шансы, что мы сможем пройти дальше, увеличится. Ой-ой-ой, куда-то. Так, ускоряется время. Очень быстро все. Так, на пляже мы сейчас. Опа. Прыгаем. Так, взорвался один. Бедолашка. О, дракон, дракон, давай. Давай, дракончик. Ой-ой-ой-ой. Да что? Что в вас, а? Не было никогда же столько вертолетов. Ух ты, у нас дали золото. Зарейте 5 бомб с помощью квотербеков. Хорошо. Квотербеки. Так, а у нас получается, можем что выиграть? 100 монет и 200. 300 монет мы заработали. Хорошо. А, давайте играем дальше. Так, квотербеки нам нужны. Ладно. Квотербеки, так, квотербеки. Опа, монеты. Нам нужно вообще кучу монет собрать. Как можно больше, потому что они нам потом пригодятся, монетки. Монетки нам пригодятся. Такс. Опа, все, все собрали. Так, автобус мы не можем. Пока что. Перевернуть. А вот машинки можем маленькие. Такс. О, мусорный бак. Там у нас монетки лежали, спасибо. Так, 58 монет. О, сколько людей, круто. Круто, круто, круто. Теперь мы, нам еще автобус будет. Давай, квотербеки. Нет, ниндзя, ниндзя. Ладно. А нам нужны квотербеки. Чтобы выполнить еще одну ачивочку. Так, хорош, хорош. О, машинки, ё-моё. Так, все закончилось? А, время закончилось. Ладно. Так, о, вертолет. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, мусорный бак, кто там сидел? О, мне сейчас нужен самолет. Давайте мне самолет. Срочно самолет. Нету самолета. Да. Ой-ой-ой, сейчас все упадут. Да. 10. 8. 8 человек. Оп. Не, кто-то обязательно взорвется, смотри. А, нет.
Сейчас нормально все. Так, о, кутербеки, да. Так, отлично. Ой-ой-ой-ой, так, ладно, не упасть. Так, а какое там у нас задание по кутербекам? А, 5 бомб взорвать, ё-моё. Ладно. Так, раз бомб. О, да, и самолет перевернули, круто. Теперь бомбочек надо, бомбочек срочно. 5 бомб, 1, 2, 3, 4, 5. Отлично, мы выполнили 2 ачивки. Ой, как здорово, я так рад, я так рад. Ох, хорошо, 2 ачивочки выполнили, круто. Так, здесь мы не можем танк, к сожалению, разрушить. Так, бежим дальше. Ой, что-то я рано прыгнул, да. Раненько, раненько прыгнул я. О, родила мне 2 штук, спасибо. 2 зомбачка мне родила. Ох-ох-ох-ох, тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Один? В смысле, а где те все делись? Ладно. Мы с одним хорошо справляемся. Но сейчас будет нас 2. Так, 5-й туннель уже, прикинь. Ой, зачем я так прыгнул рано? Рано прыгнул. Так, ну давайте возьмем пиво из сбитого мозга и лука. Вот это пиво невкусное. Так, опрокиньте 5 знаков, уничтожьте 3 машины с помощью гигантского зомби-лазера. Ну что ж, это будем, наверное, играть в следующий раз. Ну а сегодня будем заканчивать. Всем, друзья, большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на канал. Всем пока-пока.